Всех витаю, дорогие мои друзья. Собирайтесь, едем к Тане в село. Заехала на рынок, вот купила печеньки, конфеты. Угадайте, что это? Я купила для себя, для дома. Как вы думаете, что это такое? А это дуршлаг. Похоже на каску, правда? На самом деле это дуршлаг. Такой размер маленький, такой небольшой. Мне очень понравился и взяла. Еще беленького цвета. Красота. А еще взяла халву для Вася. Вася любит халву. Конфеты вот эти он любит. Я взяла. Так, еще дальше пойду. Сейчас хлеба надо купить. И если будет селедка, селедку еще куплю. Мария Семеновна сказала, много конфет не привози. Конфеты никто не ест. Я говорю, ну тогда по печеньям. Хотя Вася и Василий Петрович любят сладкое, но Мария Семеновна не хочет, чтобы сладкое совсем много было. Это территория рынка. С правой стороны вот пятница, суббота, воскресенье. Люди приходят, торгуют здесь. С той стороны в основном рынок. Я с задней стороны иду. Сейчас покажу. Вот с той стороны наш весь рынок. Но я иду так, чтобы меньше людей было. Хлеб хочу купить. Ага, покажу вам ассортимент, какой здесь купить. Я зашла купить колбасу у Тани. Какой ассортимент? Сосисок. А тут вообще без выходных. Нет, 2 недели рабочие. 3 недели рабочие. Для Ютуба, а не для ТикТока. Для Ютуба. Да. Сейчас витрина готова. Ничего. Витрина у вас дуже гарна. Кабиносы. Кабиносы. Так, магурська 198. Купецка. Салями. Салями различные. Вот такая вот. Есть вот такие химизу. Хмызок банкетно и с индички, с индюка, есть говяжий, есть говяжьи свиные, есть просто свиные. То есть ассортимент зашкаливает. Это просто обычный ларек, вот ну, на рынке находится. Да, да, мы говорили. Ну да. Все, хорошо, у меня. 29. Да, здесь вот еще коровка такая, колбаса, колбасно-родына, колбаса такая, еще и сено поставили. Окей, дякую, да. Гарного дня. Дякую. Так, вышла со стороны рынка. Здесь гранатный сок делают, ням-ням-ням. Так, Таня любит еще селедку. Куплю. Обычно я на другом рынке покупаю. Там хороший ассортимент. И ребята всегда, я их знаю. А сегодня вот на этом рынке куплю. Добрый день. Цветочки, хризантемы продаются. Картошка разных сортов. Так, подождите, где что? Селедки, как я вам говорила, посмотрите, я вам сейчас еще ассортимент покажу. Бычки, мойва, селедка разная. Даже вот хребет отдельно продается. Так, корюшка, селедка такая, скумбрия свежемороженая. Суповые наборы даже есть. Вот смотрите, какие по 45,90. Вот бери, не хочу, из красной. Рыбы 45,90. Ой, у меня аж слюньки потекли, посмотрите. Ай-яй-яй. Який тут ассортимент. Это что, рыбные сосиски, да? Да, с червоной рыбки. С червоной рыбки? Ага, горячее копчение, холодного копчения, рулет ассорти, форель, икра разная, семга, шпроты, скумбрия. Такая, всякая. Ой-ой-ой. А вот уже замороженная. Хек молочный. Такая рыбка. Боже-боже, глаза разбегаются. Что брать? Но Таня любит просто селедку, поэтому я селедку и покупаю. Вот такая вот разная семга кусками есть. Мясо семги. Вот там рыбка.
суповые наборы я вам еще показывала. Здесь разные. Сейчас еще с этой стороны покажу. Это уже такой мидии, морские коктейли, кальмары. Кстати, кальмары. Я приеду потом за кальмарами. Сделаю салат. Очень вкусный. Так захотелось. Как увидишь что-то, сразу и хочется и приготовить. Креветка вареная, мороженое, креветка такая. Даже лучше, чем на, в Албании, да? Ассортимент. Помните, я вам показывала в Албании, какой там ассортимент. А здесь, по-моему, мне кажется, что лучше. А здесь, о, посмотрите, помидорчики пошли, огурчики, салаты, толстолоб с пряностями, морской гриб, форель слабосоленая, стрипсы слабосоленые, жульен, пожалуйста, не надо готовить, морская, бабусин горячий. С утра пришла, хорошо, когда мало людей, хоть можно вам нормально поснимать, но уже заходит, уже все. Начали. Я пока за товаром съездила, уже люди начали приходить. А еще вот такие. Сухая рыбка есть. Так, полосатик, паутинка. Ой, а я рыбу-то не взяла, да? Да, зачем? Я, главное, заплатила, а остальное не важно. Кальмар, фисташка, это все уже к пиву. Готовое все. Вкусняшка какая. А это имбирь. О, какие грибочки. В прошлый раз купила, в бочках они стояли. Такие смачные. Да. А почему эти грибочки соленые? И белые в прошлый раз тоже были. А белые там чуть-чуть здесь. Белые вот там. Есть, да? Ага, вот еще белые. Сыроежка? Да, сыроежка с гнездом. Так, неизменный набор, короче. Неизменный сельской набор. Рыбка, селедка, хлебушек черный. А еще купила грибочки. Сейчас мы поедим грибочки. В прошлый раз брала грузди. Так мне понравились. Не знаю, как в этот раз будет, но вот эти очень вкусные были. 300 гривен килограмм. Ой, блин, закрыла машину. 300 гривен килограмм. Соленая грузия. Это все, вот я уже приготовилась. Банки тоже везу, кстати. 16 октября сейчас буду встречаться со строителями. С Виталием и с Леной, муж с женой. Вот. Жду их сейчас. И вот еще одни придут, которые полы будут заливать. Фонтанчик. Здесь будет, видите, открыли уже фонтан готов. У нас вот здесь будет фонтан такой. Девчатка и хлопчатка будут бегать. Надеюсь, наши тоже скоро будут бегать здесь. Когда включат на следующий год сезон. На сезон. Вот идут как раз, я вижу, наши. Вот, ура! Сейчас будем заходить уже решать насчет ремонта. Но там у нас была проблема. Я вам про эту проблему еще раз скажу. Причем проблема и проблема была со строителями. Ну, всегда ж так. Надеюсь, сейчас будет хорошо. Заехала на заправку. Взяла кофе, эспрессо. Заправочка такая у нас. Всех витаю, дорогие мои друзья. Вы, наверное, думаете, куда пропала Люба? А Люба, как домой приезжает, все сразу же пропадает. Да? Было много, честно, дел. И некогда было даже снимать видео. А если там приезжала, можно было бы, конечно, снять видео, как мы съездили, сколько денег мы потратили на нашу поездку. Но, ну, не знаю, какой-то упадок сил. И очень все тяжело дается. И снимать видео, и вот даже себя заставить куда-то вот поехать. Я не знаю, может и у вас такое, или это война так действует, или это дорога уже, вот, ну, как бы я ездила, может, какие-то вот силы забирают. Или то ли мы болели. Ну, я болела, вот, ну, допустим, я один день могу болеть без температуры.
ну, или, допустим, вот полдня, даже вот на море мы когда были, я полдня без температуры, без ничего. Единственное, что какой-то там такой, как морозит, вот так вот, знаете, и то температура нормальная, все. Но зато потом я очень тяжело отхожу. В том плане, что температуры нет, ничего, голова не болит, ничего. Но какой-то упадок сил. Я не знаю, напишите, может быть, у вас тоже такое бывает. Или это после болезни, или я говорю, что может быть вот это вот. Знаете, вот последнее, если сказать, что раньше мы не высыпались ночами, да, там воздушные тревоги. Последние 2-3 дня воздушных тревог у нас ночью не было. Вот вчера было где-то вечером в 11 часов была воздушная тревога, сегодня среда. Все хочется сразу рассказать, и получается сумбур, и вы знаете, что я не блещу таким, вы знаете, таким красноречием, красиворечием, поэтому рассказываю все сумбурно. И вот, получается, сейчас я еду к Тане, заехала на заправку. Я думаю, что я, когда буду монтировать видео, я вам покажу, как я начну с того, что я с утра сегодня поехала за товаром, заехала на рынок, купила продукты, покажу вам к Тане. И вот сейчас я еду, проехала от Киева 64 километра. Где-то так приблизительно, заехала на заправку, и еду, и погода ж такая, дождь пошел, и как-то так, и так спать хочется, и как такая усталость, и как будто бы спать хочется. Поэтому думаю, заеду на заправку, хотя я знаю, что у меня еще был и газ, и бензин, но все равно думаю, заеду, кофе попью, эспрессо, чтобы немножко, вот когда мне хочется спать в дороге, я сразу заезжаю, пью кофе, и немножко хожу туда-сюда, и развею. Дальше уже еду нормально. Также я и в Прагу еду, когда дальнюю дорогу я имею в виду, когда мне я чувствую, что я хочу спать, я сразу заезжаю на заправку и немножко отхожу. Знаете, туда в туалет сходишь, кофе попьешь, туда-сюда походишь, и уже все. Сразу же становится веселее ехать. Накопилось очень много новостей, которые хотелось бы вам рассказать. Я, конечно, хоть и такой упадок сил, но все равно я себя там заставляю вставать, идти вот со строителями там. Получился кошмар с первыми строителями, которыми я договорилась. Получился кошмар. Об этом у меня будет другое видео. Я вам конкретно расскажу. А вот позавчера воскресенье я встречалась с новыми уже строителями. И вот позавчера с ними встречалась. Или вчера, и сегодня еще встречалась. Но они говорят, что мы не будем делать... Ладно, я не расскажу. Короче говоря, те начали, наоборот, мне натворили столько делов, первые начали, натворили столько делов, что теперь последствия будут выгребать вот другие уже. И вот они говорят, что мы не будем, вот те, которых полностью будут делать ремонт, они говорят, что мы тоже вроде бы очень хорошие мастера. Тоже мне их посоветовали уже, когда я нашла, когда уже вот с этими проблема получилась. Договариваюсь, они говорят, нет, мы теперь вот исправлять, что сделали первые, надо, чтобы кто-то другой заливку делал под кварцвинил. Надо обязательно, вот утепленный пол нужно будет, поэтому надо будет других просить. Вот нашла я тех строителей, еще третьих, и с ними встречалась, сегодня вот встретилась первый раз, показала им объем работы, все, и вот они мне должны посчитать и прислать, сколько это, сколько денег, и сколько материала будет стоить, и сколько денег. С первыми сильно обошлась, поэтому вот со вторыми... Ну, я надеюсь, слава богу, я всегда думаю, что люди хорошие и никогда не обманывают. И я надеюсь, что вот уже вот эти мастера будут все очень-очень-очень хорошие. Вот. И поэтому я говорю, что у меня было время, я встречалась с мастерами, несколько раз ездила. В воскресенье, кстати, я приехала встречаться с ними, в воскресенье приехала, поставила на... Ну, заехала, у нас же закрытый комплекс у нас, и в закрытом комплексе
охрана пускает машины. И вот я приехала, поставила машину, вот я встретилась со строителями, выехала, и на следующий день утром я просыпаюсь, Тамара мне говорит: Люба, ты знаешь, что пожар был? А я глянула, что что-то происходит в нашей группе. Нашего ЖК есть группа у нас в Телеграме. И я что-то не обратила внимания, потому что я легла спать раньше. Я же говорю, я как-то так вот устаю очень сильно и легла пораньше. И тут я говорю: нет, а ну дай гляну, что у нас в группе происходило. Открываю, а там написано, что был пожар, горели машины, поджог, что ли, или что. Ну, начала выяснять, оказывается, нет. Это после этого рассказа я вставлю видео и про эти машины. Значит, ночью писали, что где-то в 11 часов ночи пишут в группе, что срочно приходите, сильный пожар, надо тушить. Вызвали пожарку, все, но срочно нужна помощь. Убирайте машины. Нет, первую даже не помощь, а что убирайте машины. И все там мужчины, там, ну, у кого машины, все бросились на улицу. Оказалось, что Тесла, поставили ее на парковку, а Тесла, вот это мне уже потом рассказали, что, оказывается, Тесла, вот она работает все время. И у нее случилось замыкание, и пошел пожар. И рядом еще две машины, и четвертая сгорела. Это я вам все покажу. Значит, сгорели машины. Но благодаря нашим вот людям, которые все выскочили, и у кого машины есть, и у кого нет, все выскочили, и все вручную, даже вот в телеграм-каналах показывают этот пожар, и мужчины все нашего жилищного комплекса, я очень горжусь нашим комплексом, что все выскочили и вручную, представьте, они не стали ждать, когда пожар приедет, они каждую машину, ну, тот, кто смог отогнать, те отгоняли, а кто, у кого нет хозяев, они брали вручную все, ну, на видео есть зафиксировано, вот в телеграм-каналах Киев-Инфо, там тоже даже показывали, что горит, полыхает, эти вот три машины горят, а эти ребята, мужчины там, молодые ребята, они все схватили эти машины и давай переносить эти машины подальше, на руках все перенесли. А было много машин, стояло много. Я даже днем приезжала, ставила машину, кстати, даже возле этих машин ставила. Несли, и благодаря этому, хотя пожарка потом приехала, там три выхода у нас, получается, под охраной. Приехали, не могла с этой стороны заехать, кто-то машину поставил. Потом, пока они объезжали другую сторону, пустили их сюда, пока приехала машина, пожарка, могло сгореть вся стоянка. А там очень много машин. Я не знаю, 300, 400 или сколько там машин. Все могли сгореть. Но благодаря вот нашим жителям, таким добросовестным, что не пожалели даже своих сил, своего здоровья, потому что тяжесть этого поднимать. Они попереносили вручную эти машины и спасли таким образом. И всего 4 машины. Конечно, очень жалко людей, которые все равно, знаете, каждый машину приобретает, каждый гривна, каждый копишь на эту машину. Вот, например, мы тоже и кредит брали, вы же видели, я вам показывала. И кредит брали, и платили. И представьте, чтобы оно все сгорело. Ну, это, конечно, люди... Ну, есть хорошо, если у них страховка есть, да, если нет страховки. Ну, конечно, это очень большая беда для людей, что сгорело. Ну, главное жизни, правда? Сейчас мы понимаем, что главное – жизнь, остальное все наживное. Но, конечно, это тоже не очень хорошо. Вот. И я на следующий день приехала утром, встречалась опять со строителями и уже сняла для вас эти машины, которые уже, ну, сгорели, которые я вам покажу. Сейчас там сгорели сегодня машины. Вот это вщент сгорело. Машина. Кошмар. Еще одна четвертая вот рядом. Сегодня уже 3 машины здесь осталось. Четвертую забрали. Видите, вот эта машина Тесла.
И вот здесь электро, что-то там загорелось в электричестве, короче, произошло замыкание. После этого начали гореть вот две машины, начали гореть. Вот. То есть и четвертое еще то, что я вам показывала, сгорели. Видите, даже отсюда видно кресла какие. Бедные люди пострадали так. Это просто кошмар. Знаете, я люблю видео снимать, что вот как вот происходит в жизни. Вот так как в жизни, как фильм, но как в жизни все я для вас снимаю. Но вот это видео у меня получится видеокалейдоскоп. Я уже вам такое видео снимала, то есть сумбурное, ну, то одно, то другое, то третье. Поэтому вот еще что... Пока я вам видео не выпускала, я еще съездила, нас пригласили земляки к себе. Говорит, как вы съездили, что вы, приедете, расскажите, давно не виделись. Пригласили к себе в гости. Я к ним приехала. Мы приехали поздно, потому что было уже темно, 6 часов. Поэтому, и снимать я не стала. Только стол сняла, это тоже сейчас вам вставлю. У нас живут в частном доме, и красивое озеленение, конечно. В основном, конечно, я вот этими всеми строительными делами была занята. Погода сегодня, вот дождь был, вот сейчас вот, видите, вот шел, ну, наверное, закончился так быстро, вот сильный шел ливень и вроде закончился. А сейчас я еду к Тане. Таня пригласила, а потом... У нас с вами ждет еще одно путешествие. Готовьтесь. Сразу скажу, что по Украине. Поэтому готовьтесь. Готовьте рюкзаки. После Тани, после села поедем еще. Я надеюсь, потому что, как всегда, загадывать вот так вот сильно нельзя. Даже, я говорю, вчера уже думаю, ну все, два дня не было воздушных тревог, ну ночью, днем может и были, а ночью не было воздушных тревог, и нормально поспали, и, наверное, уже я так ночнушку одела, только легла, бам, воздушная тревога, знаете ж, как она орет на всю улицу, на весь дом, и у нас в квартире тоже смотрим Николаевского Ванька, так, смотрим и Киев-Инфо, ну, много телеграм-каналов, там смотрим, куда. Вау, летит прямо на наш район, давай быстро одеваться. Для новых зрителей расскажу, там мы живем в Киеве, вот когда воздушная тревога, если по телеграм-каналам пишут, что ракеты летят и именно на наш район, значит, мы в Киев, наш район, мы и сразу же в телефоне тоже. Підвищена небезпека. Поэтому мы сразу же спускаемся, и под нашим входной дверью есть с правой стороны в подвал спускаемся, и там в паркинге мы прячемся. А вот последнее время были шахеды. Шахеды тоже страшно, но мы идем в середину дома, как бы выходим из квартиры, я вам показывала много раз, и в коридоре там сидим, там получается даже не две стены, а там получается три или четыре стены, и стены толстые, поэтому мы вот ставим туда стульчики и сидим в коридоре. Вот. Так что вчера просидели, ну где-то с полчаса просидели, смотрим, вроде бы уже полетели они дальше, там, и мы уже пошли спать, и слава богу, ночью тоже нормально поспали. Да, еще один кусочек калейдоскопа, еще одно стеклышко калейдоскопа, это я подстриглась. Ну, подстригли, конечно, Яна, я так смеялась, Яна подстригает меня. И еще, говорит, Люба, давай вообще виски уберем. Я говорю, Ян, ты что, с каждым разом все
короче и короче делать. Все, говорю, буду отращивать. Я буду, наверное, еще месяца пять не буду стричься. А с другой стороны, я в прошлый раз тоже думала, не буду стричься. А оно у меня как-то растет вот так вот наверх, знаете. И вот здесь вот так, а у меня же еще волосы кучерявые. И оно все растет, и вот так вот торчит. Знаете, вот этот вот мультфильм. Ту-ту-ту-ту-ту. Этот дятел все кричит. Такие, ну вот так вот прям торчит и все. Ну, думаю, вчера подстригусь, чтобы не торчало. И вот подстригла сильно коротко. Света, например, Людина Крёстная, говорит, что очень хорошо, помолодела. А наша Света говорит: Люба, что-то такое, что ты так стрижешься. Ну, и я сама не привыкла так коротко. Знаете, лицо круглое, тем более. Если бы похудеть трошки, может быть, и было бы хорошо, да? А так получается... коротковато, мне кажется. Но зато, знаете, проснулся, расчесался и пошел. Не надо там, когда искупаешься, там вытягивать, там еще что-то там укладывать. А так раз-раз и пошел. С одной стороны скорость, а с другой стороны красота. Люба, выбирай, да? Напишите мне, как вам причесочка моя, как причесочка моя. Ну, мне кажется, немножко все-таки коротковато. Немножко отрастет недельки две, и будет хорошо, так думаю, да? Я телефон поставила на селфи-палку, и он у меня чуть-чуть шатается. Простите меня. Вот. И, по-моему, все. Все, что я хотела рассказать. Еще какие-то были дела, но я забыла. Поэтому... С одной стороны, наверное, лень. С другой стороны, вот это вот какое-то, может быть, после болезни какое-то... Может, каких-то витаминов не хватает, что хочется... Вот, ничего не хочется делать. Но это я думаю, что это не депрессия. Когда у людей депрессия, они вообще ничего не хотят делать. Да? А я два дня дома побыла, думаю, надо куда-то ехать. Я не могу просто так сидеть. И это, наверное, не депрессия. Но... Вот заставить себя куда-то пойти, куда вот даже со строителями встретиться. И какая-то усталость у меня. Усталость, и мне не хочется подниматься с постели, не хочется куда-то ехать. Ну, когда уже иду, уже там встречаюсь с людьми, разговариваю туда-сюда, уже как-то, знаете, оно немножко расходится. Но чтобы из дома выйти, не могу себя заставить, какая-то усталость. Вот, и эта усталость не проходит и очень долго. Это еще вот, это у меня чувство с января месяца было. Ну, вот сейчас поездки были, так оно немножко вроде бы ушло. Но вот опять заболели, и после этого вот опять у меня началось такое, что прям вот усталость и усталость. Но я читала в интернете, в Ютубе вот смотрела, что нехватка, может быть, нехватка витаминов каких-то, или, может быть, гормоны какие-то. То же самое вот поправляюсь я. Вроде я ем не столько, сколько... Ну, раньше я еще больше ела, мне кажется, да? Но все равно я так не поправлялась, как я сейчас поправляюсь. Ну, наверное, уже старость не радость, да? Ну, такие дела. Короче, ладно, а то сейчас уже 16:00, сейчас уже 6-7 темнеет, а тем более сейчас тучи, и пока доеду, будет темно. Сейчас звоню Тане, что Таня, я уже скоро буду. Это я проехала 54 километра, а до Тани от нашего дома 150 километров. Это где-то 110 километров мне сейчас нужно ехать. Ну, по трассе, самое лучшее, вот мне очень нравится ехать по Одесской трассе. Вот я еду по Одесской трассе. Мне нравится, что здесь несколько полос. И ты вот чуть-чуть от Киева отъехал, и уже все. Хочешь на этой полосе едь, хоть на этой полосе едь. То есть нормальная дорога, отличная, без ям, без ничего. Прекрасная дорога. И ехать нормально. Но когда уже к Тане заворачиваю, раньше это было... Самая идеальная дорога. А сейчас уже все, ямы появились. И, ну, они заделали, но все равно вот как-то так, как едешь. Короче говоря, не очень. Вот сколько ездила, даже, помните, я в прошлый раз, когда встречалась с Настей во Львове, я вам рассказывала, что в двух местах
перед Львовом, ямы были, несколько ям. Вот мы ехали туда и обратно, уже эти ямы заделаны были. То есть везде-везде хорошие дороги. А вот теперь зато, возле, как Таня, поворот вот с Одесской трассы, как только завернешь вот в сторону села, вот теперь вот там самые плохие дороги. Сильно больших ям нет, но все равно ямы есть. Теперь, а раньше это была идеальная, хорошая, ну, я имею в виду, вот, в прошлом году, в этом году зимой, это была идеальная дорога. Так, все, заболталась, едем, едем. Так, вроде бы все-все рассказала вам, все, что хотела. Ну, что, у меня такое ощущение, чувство, что я вам чего-то недорассказала. В этом калейдоскопе не хватает каких-то стеклышек красных-синих. Ну ничего, ладно, вспомним. Вспомню, еще расскажу. Вы тоже, как и я, соскучились по Танюше, по Васе, по Василию Петровичу, Марии Семеновне, по селу. Поэтому собирайтесь, едем. И я тоже в предвкушении такой радостной встречи еду. Shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you coming home. В село. Проехала село и вот завернула уже в сторону Таниного дома. Здесь вот поля. Везде едешь, поля уже зеленые. А здесь только, наверное, посеянные поля. Сейчас покажу, разверну, покажу. Я вам говорила, что потом будет мне сложно с трассы, когда сверну, там ямы, и мне там будет сложно ехать. И вы знаете, ям нет. Заделаны ямы. Ну, понятно, что латка на латке, но самое основное, вот раньше я вообще ехала 20-30 километров, потому что яма, едешь, не увидишь ямы и провалишь. А это все, ямы заделали, то есть уже и эти ямы почти все заделали. Вот только вот перед самым Таниным селом три ямки для развода все-таки оставили. Вот лучше бы, конечно, не разводились эти ямки. Вот. И одна неприятная была... Неприятно вот подъезжала к Тане в село. Знаете, там едешь, то дождь прошел, мокрая дорога, то сухо. То дождь прошел, то сухо. И вот подъезжала перед Таниным селом еще одно село. Оно большое такое. И на повороте, видимо, только я не поняла, или это водитель не справился, или это мотоцикл. Кто из них гнал, непонятно. Но дело в том, что много людей стоит. А я ехала очень медленно, потому что передо мной ехала большая машина, фура. И я не хотела ее обгонять, потому что вы видели, узкая дорога. Я вот вам
показывала. Такая узкая дорога, и я боялась, думаю, а вдруг я не увижу машин, думаю, никуда не спешу, главное до темна мне до Тани доехать. В темноте, как я и говорила, я очень плохо езжу, но мне не нравится в темноте ехать, мне кажется, что я ничего не вижу. Конечно, когда нужно уже ехать, то что делать? И еду, и рано утром выезжаю темно, и вечером, допустим, едешь, куда денешься? Но стараюсь не ездить по темноте. И думаю, да, до темна еще доберусь. И, да, так и есть, добралась до темноты. И ехала медленно, и смотрю на повороте, там поворот такой резкий, и там много людей с левой стороны. И машина стоит, и отлетела, видимо, или от машины, наверное, скорее всего, отлетела вот передняя часть, такая пластмасса есть же, там лежит. И смотрю, мотоцикл тоже лежит, и парень лежит животом вниз, и возле него люди, и вокруг тоже люди, но уже скорая подъехала. Я видела, что подъехала скорая, что там было, ничего, ну, короче говоря, мы проехали, и вот это ой, так вот прям жутко, когда такое проезжаешь. Ну, это же скользота, это же дождь, и как раз вот именно вот в этом месте, где авария, там, видимо, хорошо дождь прошел, а когда поворот... Я вам даже возле своего дома показывала, где разворот. Если больше скорость берешь, то твою машину ведет. А мотоцикл, наверное, тоже. Но я не знаю. Ну, короче говоря, вот на поворотах, на разворотах, я еще раз вам говорю или мужьям говорите, что надо быть, когда дождь, когда сырость, на таких резких поворотах надо быть очень-очень аккуратно, потому что машину ведет, ну, просто. Вот у нас возле дома такие вот развороты возле мостов же. И как только пройдется дождь или ливень, у нас мы называем кегельбан. И не одна машина, а по две, по три машины, по-любому. Вот если дождь прошел, по-любому. Не бывает такого, чтобы не было аварии. Потому что люди не сбавляют скорость. Они каждый день, может быть, и ездят, но по-сухому. А как только дождь, машину начинает вести. Ну, и вот, видимо, ну, я не знаю, что там, конечно, но... Ну, надо быть очень аккуратным, очень аккуратным. Особенно, когда дождь, я тоже не спешу, еду так потихоньку. Видите, беленькие хатынки видны. Это бабы Олин дом, а за ним Танина крыша. Вот, видать, крыша Танина видна. А вот там Лида живет. Там вот Лидина. Лидин двор, Лидин дом. Пока ехала, тучи были, было темно. А сейчас вот немножко хотя бы развеялось. И то уже чуть-чуть посветлее все-таки. Вот такая вот. Вот такие поля, видите, засеяны. Поля. Хозяева, что сказать. Да, даже дорогу заделали. Ай, молодцы, ай, молодцы. Все, едем до Тани. Видите, в прошлый раз электрики сказали, что гнездо мешает. И аиста гнездо уже убрали. В следующий год прилетят, будут по новой строить. Все, новое жилье у них будет. Лида, привет. Лиды нет во дворе. Ну, может, она что-то по хозяйству порается. Так. Заезжаем. Я уже Тане позвонила. Ой, одной рукой как мне разворачивается. Хоть бы к ним в огород не заехать. Одной рукой же снимаю, одной рукой. О, Василий Петрович уже чекает. Он всегда меня чекает. Он Василий Петрович. Дружок сейчас начнет гавкать. О, видите? Стоит сторож Василий Петрович. А, дружок уже скачет. О, Василий Петрович. Сейчас. Остановлю машину. Добрый день. Добрый вечер. Чекаете? Да, вечер, точно вечер. Добрый. Все, заезжаю. Таня где? Таня спи. Ах, рассказывайте мне, чтобы Таня и спала. Так, более ровно поставлю машину. Вот так. Все. Приехали.
Ой, красота какая в селе, красота, красота. А вон она, красуня. А Василий Петрович сказал, что ты спишь. Что ты спишь? У пани дура не чує. Да? Не приїжджати. Ну, конечно, всегда. Как я пахну? А ну. Чим это ты так пахнешь? Чесночком. Так? А чесночком? Ні, нічого, губа мене не знімай. А чого? Не видно світа, подивись, не знімай. Знімай, нам треба. Ви така гарнюня. Ви така гарнюня, ви це така гарнюня. Я баняки, що якусь злі, нема часу. Ага. Баняки, ну і що, що баняки? О, привіт! Василій Неоднилович, ви, оказується, вдома. Ага, приїхала, успіла я, да? Боже, у вас рози до сих пор цвітуть. Ох, да. Ого, ого. Пані і панове как бігут. Ой, красота ж какая у вас, боже мой. 100 лет, 100 зим. Таня, що ти? Заточуйся. Говори. О, я приїхала і дощ пішов. Сильний дождяра пішов. Боже, и шквар. Это что, свежина, Таня? Ну да. Ничего себе, и свежина тебе. И Таня, когда ты все успеваешь? И холодец сделала. Боже мой, как зеркало холодец. И вот еще свежина. О, язык, смотрите. Так что ты на малый мальчик. Чтоб был великий, да? Кетчуп. А это что? С мясом. С мясом? И котлетки. Боже, Таня, наготова. Ну ты не можешь просто. Ничего себе не. Тут одной свежины, Таня, достаточно. То я и так иду. Одевайся. А він десь ще порається. Ага. Таня, хліб. Смотрите, Таня, хліб. Какой спекла, шикарный просто. Я вообще хліб стараюсь не есть сейчас. Но Танин съем. На ночь, главное, тоже стараюсь не есть. Ну, свежина. Сейчас я вам еще покажу холодец. Ой, одной рукой так неудобно сейчас. О, смотрите, какой холодец. Ой, да, не говори. Свежины. Я и не ожидала, Таня, что я буду свежину кушать. Ты представляешь? Свежино еще. Ух ты, холодец, свежина. Угу. Хлеб такой мягенький, да? Угу. Я всегда с Киева еду. Вот у нас привозят, но у нас не такие. Угу. Дедушка, ничего, только хлеба, карамини, все. Да, украинская. А еще я черный ему привезла специально. Прям черный. Ну, черный, я знаю. Типа бородинский, знаешь? И украинский, и бородинский, и дуже мики. А еще сказали, я раньше, ты мне в прошлый раз говорила, там на том рынке, братья, селедку. А я в этот раз в этом. Я, говорит, сами солим так смачно. Ну, не знаю, надо попробовать. Ну, Тамаре понравилось. Я и домой брала, Тамаре понравилось. Толстую размерзается, я буду делать сейчас селедку. А, боже мой. Ну, все равно не такая будет. Я с Киева, ты на Киев. С Киева привезла, а ты на Киев будешь делать. Ага. А ты еще будешь заливать? И когда будет готово? Вот сегодня ты сделаешь, когда будет готово? Здесь пятницу вечер уже можно будет. Да? Сейчас коптить буду. О, коптить. Да? Я ж приехала, я же у тебя кочегаром буду. Ну да, я тебя посажу там. Да. Кочегар. Люба приехал, кочегар. Сейчас.